таджикские бойцы ММА. Выиграли 10 медалей на чемпионате в Нукусе. Сборная Таджикистана выиграла 4 серебряных и 6 бронзовых наград на чемпионате Центральной Азии по смешанным единоборствам среди любителей, который впервые прошел 9-10 октября в Нукусе. Об этом сообщает пресс-служба Центральноазиатской конфедерации ММА. На протяжении двух дней соревновались мастера смешанных единоборств из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана. Таджикские спортсмены. Вахид Захидзода, Фаридун Шаназаров, Азмуддин Вахабов и Асадбек Манонов выиграли серебряные медали. Третьи места в своих весовых категориях заняли Джамшед Базоров, Якубджон Сафаров, Шухрат Исматов, Хувайдул Атабаров, Ибрахим Гафуров и Масуд Адинаев.